Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, у нас выходные, и давайте отойдем на второй план от основных прохождений основных игр и поиграем в бесплатный какой-нибудь трэш. Вот. А играть мы будем в игру под названием They Can't Stop All of Us. Вот. Это у нас стратегия, экшн-стратегия. Суть игры в том, что, короче, ну, она мультиплеерная. И суть игры, короче, мы будем кучкой чуваков охранять свою базу, вот, от наплыва врагов. Как-то так, короче, защита базы. Ну что, давайте quick match, да, выберем сразу быстрый матч. Вот, быстрый матч. Окей. Посмотрим сейчас, кто-нибудь может добавиться или что там. О, смотри. Сразу народ у нас набрался. The Gate. Окей, смотри, снайпер. Такой, прям как это, в Call of Duty, да, там, помните, в Припяти был такой костюмчик. У этого. Как его там зовут-то, забыл уже. Вот. У Прайса. Так, смотри, военная техника тут всякая, да, тачки, машинки, вот. Короче, вот эту вот приблуду нам надо будет защищать. Вот видите, база. Защищать. Так. Ну, в принципе, смотри, граната F. У нас граната, буква F. Контейнеры тут какие-то, смотри. Это какая-то типа заброшенная военная база, смотри, опять эти фургоны, тачки. Нормуль. Есть какие-то стены, по-моему, можно строить или что-то делать, только я не знаю, как он. Смотри, чувак начал строить какую-то херотень. И мы с вами также можем, короче, это делать. О, смотри, бегут. Мочи, мочи, мочи. Отлично. Вчера у него такой пулеметик, я тоже хочу. И это форма у него, смотри. Старший по званию, а я какой-то лысый зэк, походу. Какой-то лысый зэк. Карусель, карусель. Вау. Карусель, карусель. Начинает рассказ. Прокатись на нашей карусели. Вот так. Ну чё? А, воу. Выбежал. Ну да, вот поначалу они будут понемногу так налазить, и вот с каждой, короче, волной их будет все больше и больше. Видите, у нас тут отсчет времени идет до следующей атаки. Вот. И что-то здесь 18 минут, это 18 минут, наверное, нам надо продержаться, я так понимаю. Так, отлично, отлично, чуваки. Держим строй. Держим строй, мать ваш. Смотри, тут такой же, как и я, новичок, походу, да? Так, там где-то спуляют, стреляют, воюют без нас. Смотрите, у меня в левом нижнем углу тут 75, короче, этих запчастей каких-то, да, получается. Типа на эти запчасти мы можем строить всякую дичь. Но я что-то не могу понять, как это делать, как это строить. Смотри, 90 уже. Отпоюзать кнопочки, короче. Тут это reload. А, на tab, смотри, на tab я могу делать. Ну-ка, погоди. Я пойду зашью, короче, нашу базу. Или что это такое? Это вообще база core. Как, короче, коробка, как это... Коробка нашей базы. Окей. Я сделаю так. Так. Где-то стреляют. Кстати, смотрите, у меня уже хп отняли, а у них почему нет? Как так-то? Да как же так-то? Смотри, еще одна машина. Еще одна машина. Сколько их тут много, да? Это, короче, какой-то военный автопарк.
Ладно. Игра, короче, в раннем доступе, вот она абсолютно бесплатна, и кому интересно, можете поюзать. Имя она есть. В принципе, как бы ничего такого, да? Все проще простого. Просто бежит, смотри, сломя голову, и ты его просто очередью мочишь. Выстроишь. Смотри, их больше, их реально больше стало, да? Они не кончаются. Отличненько. Шикарненько. Отлично. Смотри, такие же, да, чуваки, зэки, как и я, и он, мой сотоварищ, короче. Зато я умею делать вот так вот. Перезаряжать автомат. О, там тю-тю что-то. О, какие-то ниндзя. Ты видал, что это такое сейчас было? Что за резкий... За резкий быдыщ был. Окей. Блин. Снайпер наш. Я чуть не начал на него, короче, огонь. Так, погоди, у меня там накопились запчасти. Давай-ка я что-нибудь построю. Смотри, уже настроили тут. Таких штук. Ладно. Я сейчас. Опа. Давайте поставим каменную стену, наверное, да? Так. Поставили одну. Можно, наверное, вторую вот еще воткнуть. А может сделать вот так, короче, для плотности. Зашью я, короче, эту коробку. И хрен кто пробьет ее. Так, ну чё, где там? Кто? Засали? Чё, никто не нападает? Давай, камон, бейба, давай. Мочи, мочи, мочи. А, кстати, у меня граната есть. О, видал, какая там граната у чувака? Как их? Эми граната, да? Блин, перезаряжи долго. Я не вижу прицел, куда я стреляю, короче. Вот в чем беда. О, ты смотри, какой там гамадрил идет. Просто смотри, какой великан. Чувак растишки переел, походу. О, там еще один, смотри. Мочите, мочите великана. Мочите Гулливера. Это, знаете, лысый и бородатый, такой брутальный Гулливер. Ладно. Короче, как, знаете, как обзорчик будет у нас эта игра. Ну, вот этот видос. Ну и кому игра зайдет, короче, пишите в комментариях, и если большинство согласится, чтобы еще раз я записал видос по этой игре, то мы еще раз сыгранем в нее. Вот. Так что все зависит от вас. Да что ты не дохнешь-то? Смотри, она не дохнет. Почему? Ой, чувак, извини. Вау-вау-вау-вау-вау. Меня сейчас... Меня атакуют бабы. Знаете, как говорится, рыжие, они самые такие... Самые дикие. А то смотрите, сколько рыжих баб. Просто. Вау-вау-вау-вау-вау. Ты смотри, они какие-то как бараны просто бегут. Мочите, чуваки, мочите, помогайте. Давай, перезаряжается долго. Смотри, там еще там какой-то хипстер прибежал. Баба его увалила, короче. Блин, а почему у меня жизнь это кончается? Воу-воу-воу-воу-воу, вот ты посмотри, сколько. Что это было сейчас? А это что за пушка? Что это за пушка? Короче, я респаунюсь через 10 секунд. А я могу как-то, не знаю, посмотреть камеру, как наши там воюют.
Жалко, жалко, нельзя камеры, короче, крутить, вертеть. Так, мочи эту дуру. Мочи ее, смотри, что она творит. Да тут еще и подругенцы ее прибежали. Это, знаете, это, короче, вечер черной пятницы. Осталась одна, короче, четвертая плеха, видите, он в коробке. И все просто рвутся за нее. А мы типа эти. Как их? Мы типа продавцы. Директора магазина и продавцы. Лови. Коробка, системник, короче, от игрового компьютера. Охраняем. Окей. Охереть, там смотри, огнеметы. Огнеметы, пушка. О, у меня 422, короче, детали накопилось. Я могу что-то построить. Молодцы. А у меня гранат. А чего у меня так граната долго перезаряжается? Я что-то не понял. Так, отвалил от огнемета. Мне еще на нем шашлыки жарить. Смотри, там какие-то бабенцы уже в этих в платьях. Просто старухи какие-то побежали. О, это что? Это что за черти пришли? Ты что там стоишь-то? Эй, чувак, ты что стоишь? Эй, чуваки, вы что зависли? What the fuck? Мочите их. Я что, один буду, что ли? Погодите. Тут, смотрите, этот... Великан пришел. Ты что? О, смотри, отвис. Что ты там... Ушел в себя, короче. Куда-то улетел. Окей. Мочи у того здоровяка. Смотри, что он делает, что он творит. Он системник рушит. Окей. Я сейчас, короче, тут настрою. Генератор какой-то. Так. Ай-яй-яй, нападает, твою мать. А куда у меня чувак-то улетел опять? Мой сослуживец. В смысле? А где остальные-то все? Я чё, один? Меня бросили одного на поле битвы? Ах вы ублюдки, а. Ах вы козлы. Вот так вот, да? Вот так вот и полагайся на своих товарищей. Просто свалили. Ты смотри, что творится-то. Охереть. И я один просто. Чуваки. Я надеюсь, вы пошутили. О, нифига тут ты такие резвые. Охереть. Ладно, успокоились. Может, вы как-нибудь поделите этот системник? Охереть! Вы смотрите, сколько их тут. Короче, они разрушили. Они развалили этот системник, короче. Да? И в чем смысл? Что дальше, короче, смотри. Я могу выбивать, я что-то стреляю по ним. Или все? Сеть пропала. Окей. Мы, короче, просрали, походу, да, дело? Ну да, мне... Походу все. Просрали, короче, и что-то у меня почему-то не может выйти из этого. Из игры. Ну, я могу сделать вот так. Вот так могу сделать. Ну что, друзья. Мы, короче, посмотрели игру. Давайте я с ними там поколбашусь. Мы, короче, посмотрели игру, да, с вами. И пишите в комментариях, если игра зашла вам и видос зашел. Вот, то мы можем снять по этой игрухе еще один видос. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте и обязательно комментируем. И с вами был Валерий.